Мария Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит, и даже очень многие искренне ненавидят, но зато ее боятся, а это ей надо. Такая потребность здесь уже признак высокой политики. Отчего, например, Майя Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, отчего она при всем этом умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтобы эта сановитая дама была первая сплетница в мире, или, по крайней мере, в Мордасове. Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии, сплетники краснеть и дрожать, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе, как о самых высоких материях. Она знает, например, про кое-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их при удобном случае и докажи их так, как она умеет их доказывать, то в Мордасове будет Лиссабонское землетрясение. А между тем, она очень молчалива на эти секреты, и расскажет их, разве уж в крайнем случае, и то не иначе, как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет, что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика.